Hey, yo, guys, с вами Шумики, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Coop Escape the Lake. Если я не ошибаюсь, я проходил уже Coop Escape Season и Coop Escape Case 23. Ладненько, поехали. Я не знаю, в каком... Давайте посмотрим, что по разрешению. Запретить. Это, если что, в браузере, поэтому все выглядит довольно вот так вот. Main menu. On continue. Play. А мне интересно, окошечко на каком тут окошке? Или в таком, да, пускай? Не, давайте, наверное, все-таки сделаем нормально. Вот такое, да, получается, у нас выходит. Хотя я могу сделать вот так. Расширить просто в браузере сам этот, чтобы было вам просто удобнее. И мне не приходилось бы просто присматриваться. Так. Ладно, разрешить. Леска. Удочка. Закрыто. Доска. Ножик. Хорошо. У нас есть нож. Заперто. Так, лом. Заперто и лом. Могу ли взломать? Не могу. Давайте я объединю. Я не могу объединить. А, вот, скорее всего. Удочку. Удочку на леску. На лесочку крючок. И мне, получается, нужна приманка какая-то. А, вот что-то есть, подожди. О, ключ. Ключ от чего-то. Скорее всего, это ключ от вот этого замка, да. Молт. Какая-то моль. Или молт... Наживка, не знаю. Это, скорее всего, знаете, типа этот... Да, наживки. Не уверен, что игра довольно долгая. Насколько она у меня в серии выйдет? Скорее всего, на одну. Так, и что мы споймали? Ракашку. Ну, короче, понятно, здесь без улова. Так, давай нож. Нет. А, ничего здесь не передвигается. О, стоп. Что есть? The passenger man did that. А, это уничтожение. Что уничтожает? Ракушка как стекло. Какое-то яблоко. Чего? Ни хера не понял на самом деле. Так, еще есть какие-то тут что-то странное, не вижу. А, тут наверх же можно посмотреть, стоять. О, еще одна наживка. Червячок. Поехали. Что-то споймал. Креветос. Креветку нужно, наверное, порезать, да? Да, так, ножик у меня есть. И тут был ключ от верхнего замка. Еще одна приманка и магнит. Ой, стой, подожди, я наживку же не нацепил.
Хорошо. Поехали. О, закидываю удочку. Рыбка. Голова креветки. Давайте первым делом порежу. Да. И что это? Какое-то дерево. Сердцевина чего-то. А, стойте, это походу... Я понял, что это. Ракушка. Здесь. Ракушка, алмаз, что-то непонятное, глаз, яблоко. Окей, ловим на голову креветки. Я ничего больше не могу, да, найти? Наверху тоже ничего у нас нету. А что я ищу тогда? Я не понимаю, что мне тогда искать. Не шарю. У нас еще один закрытый. Вот в чем дело. А, в загвоздках я больше здесь нигде не вижу таких. А, вот и стоять, стоять, стоять. О, глаз нашли. А, глаз у нас был снизу. Да, снизу справа. Так, у нас есть лом, у нас есть нож. Все. Стул зачем? Так, ладно, давайте смотреть внимательно еще стены. Может быть, еще где-то стены сломаты, я не знаю. Ну, не просто так же труп, да, здесь? Ой, бля. Яблочко. Минус сердечко. Так, яблоко у нас наверху. Вот тут-то. Остаются какие-то часы непонятные и алмаз. Непонятные часы и алмаз. Где-то может что быть. Дело в том, что и я ничего такого тут и не вижу. Странного. Для чего мне... А, стойте, у меня шуточка теперь освободилась, точно. Вот. Скорее всего, мы сейчас притянем себе вот этот металлический глаз или что-то такое. Ключ. Это монетка.
Где мне искать последний предмет? Алмаз. Смотря по предметам, у меня ничего нету. У меня только ломик. Ломик, нож и бумага. Ничего не вижу. Ничего не вижу. Стул не передвигается, да? Стул не ломается. Ха. Странно. И что мне делать? Мне только алмаза не хватает. С дерева можно не трогать. В ящиках я тоже ничего такого не вижу. Нужно ломиком, короче, все это дело проверять. Ну, типа, если там были хотя бы полосы изображены, да, где секретка, то здесь ее просто навсего нету. На пол я смотреть не могу. Манать. Что-то делать. Стул. Вот стул. Мне кажется, со стулом что-то связано. Хотя, подожди, может здесь что-то есть? Магнит. Может быть, магнит нужно на что-то использовать. Может, магнит нужно второй раз использовать? А-а-а, вон оно что. Секретный код. Mirror. Ха, вы такие умные. Стой, где дерево? Вот. И что вы хотите мне этим сказать? А, open мне нужно написать. Ну типа я нигде не видел подсказки. Странно. Ну, давай, допустим. Open. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ага. Mirror. Откуда я влезаю? Тут даже символы ни на что не похожи. Типа я должен наугад это делать? Знаков тут как бы много, поэтому я фиг знает. Подсказки нигде нету, да? Если это буква R, тогда это буква не R. Mirror. Наверное, это двойная R. Ладно, короче. Нам нужно вот это. Вот это вот. Это у нас буква O. Осталось найти остальные буквы, что они обозначают.
Есть вот этого, ага, это у нас уже вот, и вот этот там нету, то есть еще три знака, которых не используются, 5 даже. Может, мне как раз не нужно символа, который не используется. Тогда сейчас. А, ну их там, подождите, их же там 5. Я тогда не знаю. Я не знаю, не знаю. Нужно к интернету обращаться. А, я, короче, не понял, почему именно так сделано. Короче, стрелочка, треугольничек вверх. И такие два треугольничка. Что мне делать? Thank you for playing Cooper's Lake. Это все? Серьезно? А вы не помните, сезон у нас на чем закончился? В этой же речке, да, кажется? А, да, оказывается, это конец. Ну что, давайте, наверное, думаю, тогда на этом мы с вами и закончим. У нас еще будет, если не ошибаюсь, 7 игр Coop Escape. 7 игр Coop Escape. И еще одна новая Paradise, она довольно большая. Ее мы тоже пройдем. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!